Привет, друзья! Вы на канале «Готовим с Мариной Дамака». Я рада вас приветствовать. Сегодня предлагаю приготовить самый обычный и простой бисквитный домашний торт. Нам понадобится для бисквита яйца, мука, сахар и, по желанию, ванилин. Яйца соединяем с сахаром в миске и взбиваем миксером. Когда на массе идут рисунки от венчика, значит масса готова. Добавляем в несколько приемов просеянную муку, перемешиваем аккуратно складывающими движениями. Тесто готово. У меня противень 30 на 40 сантиметров. Я выстелила пекарской бумагой. Переливаю тесто в противень, распределяю и отправляю в духовку. При температуре 200 градусов бисквит у меня был готов через 15 минут. По готовности снимаю с противня, даю остыть и только потом снимаю бумагу. Можно разделить на две части, я разделила на три. Для крема нам понадобятся сливки и сахарная пудра. Сливки обязательно должны быть хорошо холодными. Добавляем в несколько приемов сахарную пудру, взбиваем. Главное, не перебить сливки в масло. Крем готов, собираем торт. Прослаиваем каждую часть. Смазываем боковинки и сверху. Сверху я посыпала через трафарет какао. Добавила лепестки миндаля и тортик готов. На 2 часа отправляю в холодильник, а через 2 часа можно угощаться. Попробуйте, приготовить и вы. Буду рада, если вам понравится. Спасибо, что смотрите мои видео, подписывайтесь на мой канал. Здоровья вам и вашим близким!